Всем привет! Сегодня покажу вам самую ужасную фигурку, которая мне приходила с AliExpress. Прям самую-самую. Ужаснее некуда. Возможно, многие из вас уже заметили, что это не оригинал. И они абсолютно правы. Это подделка. Представляете, на AliExpress есть подделки. Это, конечно, была шутка. Ну, не по поводу того, что на AliExpress есть подделки. На самом деле, там почти 90% подделки. Но встречается особый трешак. Что здесь есть хорошего? Она видна Нави. Догадайтесь, из какого аниме. У нее в руке такая ракушечка. Ракушечка отдельная. Если постараться, то можно разглядеть на солнце. Или там, если намочить ее, что она просвечивает. То есть видно, что под рубашкой. Если постараться. Это из того, что прикольно. Качество всего этого, ну просто хуже я не видел. Какие-то комочки на краске непонятные. Ах, рубашка, кстати, отдельная. Вот эти пятна на ногах. Что это? Что? Дальше будет видно на других фотографиях, как я избавился от пятнышек. Долго мне пришлось тереть. Вот, под другим углом видно стыки деталей, неплотно вставлены. Опять же, комочки на одежде. Кстати, видно, вот тут чуть-чуть просвечивает одежда. И еще одна подобная фотография. А вот тут я уже немножко почистил фигурку, протер, стер одно пятно на второй ноге. Так до конца я не стер. Стер немного рубашку. Не специально, случайно. Мне, кстати, так даже больше понравилось. Тут плохо видно, но стертая она более прикольно даже смотрелась. И все, вот это, по-моему, последняя фотография. Вот такой вот ужастик. Это единственная фигурка, по которой мне сразу же захотелось сделать возврат денег. Но к моему большому удивлению и огорчению, когда я полез делать возврат, я зашел на страничку этой фигурки. Первые фотографии были взяты с оригинальной, то есть они были идеальные, красивые, не такие, как вот эта фигурка. А в конце были фотографии, взяты именно вот с этой фигурки. Вот такие вот они и были, то есть в конце. Получилось, что я не досмотрел до конца фотографии, по первым там двум-трем сделал вывод, что буду брать. Не посмотрел последние фотографии, либо не до конца не приближал, не разглядывал детали. И в итоге заказал по неосторожности вот такую вот фигурку. Требовать возврата денег было бессмысленно. Отдал я за нее 500 или больше рублей, не помню точно. Давно это было. Возврата требовать было бессмысленно, потому что в конце были фотографии, и фотографии были вот такие вот. Ну, возможно, взяты не конкретно с этой фигурки, но с подобной фигурки абсолютно такие же. Поэтому, если вдруг заказываете с AliExpress, смотрите все фотографии очень досконально, прям приближайте их, прям зумьте там в браузере, разглядывайте все детальки прям близко-близко, чтобы не попасться на вот такую вот. Магазин, в котором продавалась эта фигурка, уже закрыт, и я даже не удивлен, что он закрылся. Вот, в общем-то, и все, что хотел показать. Надеюсь, кому-то будет полезно, надеюсь, было интересно. Не заказывайте фигурки на AliExpress. До новых встреч!
Пока-пока.